Шо, пацаны? Аниме? То же самое ты говорил про эссенцию огоньков. Она оказалась... Надо украсть что-то у кого-то. Давленного корня... Модети какая-то, кольцо у нее украсть. Они были великими мастерами магии. Чёрт, сука. Если будешь на рынке, я там торгую распорт. Кольцо какое-то. Давным-давно никто не видел. А у кого? Пожалуйста. Бонета, сука, Модета, или как она? А вот она, сука. Ну чё ты, тварюка? Ну чё, чё-чего, потанцуем, тварь? Хентай! Хентай! Меня выебали, ребята. Как украсть так, чтобы это не было видно? Приходи ко мне на рынок. Я... Именно. К сожалению, я один из немногих ювелиров старой школы. Тебе не хотелось бы помочь мне? Не, вообще в сборе нет. Материалов. Я мне хотелось бы послать тебя нахуй, Шака. С радостью вознагражу. Счастливого пути, путешествия. Когда выход альбома Боров МС? 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 Когда выход альбома когда Боров МС? Хороша? Когда выход альбома Боров МШО? Скоро, просто скоро. Слушайте, мне надо понять, откуда ящер идет. Если ты за подаянием, отсюда, да? Как будто бы. Все сюда, сюда. Как насчет недорогого меда? Ну, Бриньёльф. Не отсюда. На этот раз. Терпение, Браншей. Ты откуда ящер? Я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. То же самое. Ты говорил про эссенцию огоньков. Она... Блядь, да что ты смотришь, ты дура? Что тебе надо, ты падла? Ну, теперь... Ну, пожалуйста. С какого прилавка должен... Хочешь, я тебя врежу? Ты человек септик, да хуй находит за мной, я тебя убью сейчас, ты тварь хвостатая, блядь! Пидарь, ходит за мной, мразь! 3450D. О, пошло-поехало, нахуй! Опять дебилит, сука, начинай! Да, поиграли, да? Ну хорошо, классно. Интересный геймплей, сука. А когда он ли кролинки? А когда он ли кролинки? А когда он ли кролинки? А шо? А шо? Чешский ябус активирует ультраволшебный... 3450. Ладно, ребята, она сама себя не соберет. Сережка Мичурин звонит, там дрель надо. Ладно, ребят. Заебал, лысая женщина. Сука, почти украл, блядь, кольцо. Мразь, блядь. Не противься, я хочу помочь тебе прокачать новую операцию Counter-Strike. И для этого у меня есть Armory Helper, твой помощник по прокачке операции в кейсе на сайте Epic Drop. Все очень просто, выполняешь квесты, они там очень простые, подписаться на группу ВКонтакте и так далее. Получаешь в награды билеты новой операции. За прохождение всех заданий в итоге можно на халяву 17 билетов получить. Так-то каждые 1390 рублей стоят вообще-то. Если тебе вдруг интересно, как они необмениваемую операцию передают тебе в инвентарь, то все очень просто. Они просто отправляют нужную сумму на твой Steam за секунду. Кейсы с билетами тоже уже лежат на сайте. Там всего за 200 рублей можно билет операции залутать вообще на изи. Ну или в мини-игре Armory Helper вообще бесплатно залутать. Так тоже можно. Короче, ссылку на бесплатный Armory Helper оставлю снизу. И лично тебе, никому другому, дарю 500 ивентовых поинтов. Удачи. А фигурка-то ничего, да, такая?
Мне похуй, что горят крысы за спиной кисы. Я киса. Мне похуй, что говорят крысы за спиной у кисы. Запомните, я киса. У меня есть нечто замечательное, и оно стоит вашего внимания. Ну вот он отсюда как будто идет. Собирайтесь вокруг. Там эта сука тварь выглядит, и она... Опа. Ну, ля, вот хуй она пришла. Привет, шлюха, сосать будешь? Ты пососать если пришла? Жизнь дорога, лучше уходи. Я бы не хотел, чтобы ты... Если мразь какая, дорога, ты сука, ты гадость. Уходи. Такое чувство, что за мной, сука, сидит, знаешь кто? Охранник. А когда? Заправка. А шо? А когда? 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 А шо? Шо? Таинственные существа, герои легенд. Они были великими мастерами Ставьте силу, струившуюся по их жилам. А где ж ты это добыл? Шо? А кому подпишешь? Шо? А? Шо? А кому как-то подпишешь? А? Шо? А? Шо? А кому подпишешь, товарищи? Шо? А? 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 Неограниченные возможности. Это я. Все это может стать вашим. Сколько стоит? Сейчас подкинуть, да, кольцо. Твич Мерс активирует заморозить Давакина за 250 рублей. А как в смысле подкинуть? Передаю привет Федору, Андрею и Дантиславу. А когда шо? А когда шо? А когда шо? А как, блять, в смысле тебя видят? Хотите отрезанную ногу обратно? Как раз то, что мне сейчас нужно. Он позорит всю торговую братью. Овладейте могущественными заклинаниями. Если будешь на рынке, я там торгую роскошными товарами. По крови я отек. Как вышло, я мог бы разбогатеть, и тогда мне не пришлось этому, бы наверное, подкинуть, этими, да? Побрякушками. Осторожнее на дороге. Этому подкинуть, наверное. А, шо? Шо? А, шо? Шо? А, да завалите шо? Ебаники свои, блядь! Шо? А, шо? А, шо? Идиоты! Шо? А, весь поток нахуй пиздят, кричат, шо? Орут, пердят, а, дауны, блядь! Шо? Шо? А, шо? Шо? А, шо? Шо? А, шо? 250, мразь! Twitch Wars активирует волки за 150 рублей. Блять, какая падла, сука. Падла. Да иди нахуй! Просто пи***. Ишачё, сука, не люблю ишаков ебаных. Да ёбаная пи***ка, блядь, да вы заебали уже, блядь. Идиоты вы ебаные. Сколько можно мне мешать просто и геймплей? Я геймплей сделаю. А, шо? Просто пи***а. Шо? А, шо? Ты сын моментки. А, шо? 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 В смысле, пожалуйста, я украл еще или нет? А, шо? А, шо? А, шо? А, я же сахара украл. Шо?
а шо, а шо, а шо, а шо. Сука, как я дебил. Мы кричим пердим, а между делом на BMW копится у тебя. А шо. Нет, ну тут по факту. Ша, а шо, а. Как подкинуть, я вот не понимаю. А, подкинуть в смысле не ему, блядь, а к нему вот сюда, я так думаю, да? Вот сюда, походу. Наверное. Да сука, тату ё... Твой взгляд активирует бегство существ за 300 рублей. Понимаешь, за то, что я мелкий, я типа не могу навестись. Валера, я говорю, послушай, как я трахаюсь. Ой, боже, блядь, какое ебанство. Послушай, как я трахаюсь. А, шо? Вот просто, ну что? Ну все, это уже пиздец. Ну кончится, да? Ну что сказать? Шо? А, шо? Мразь. Шо? Нужно эльфу в карман. Да как это сделать? Ну как? Вот я стою возле эльфа. Как мне в карман что-то подкинуть? Объясните, как? Как мне эльфу подкинуть что-то в карман? Объясните, как? Ну как? Я не понимаю. Брета. Зайди в карман к нему и выбери кольцо и нажми R. Да как, он же видит, я же вижу, как. Ну вот. Как оно правильно называется? Маметкю. Ингредиенты. Одежда. Вот оно. R. Могу я предложить тебе отменные товары из Моровинда? Спасибо, брат. Понял. Пиздец, разобрался. Проклятие. Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. Блять, мой помощник исчез. Немогрохи активирует волшебный пирог. Впитывай, женщина! Рублей. Как будто вниз надо. Ну этот сын, блядь, меня этим гномом сделал батулашкой. И поэтому так непонятно ничего. То есть, по сути, я играю батулашкой, то есть лохом. Тебе звонит сбрасывай, сбрасывай, Алина. Занят. Да, сбрось, я занят сейчас. Спасите, малина. Сбрасывай, сбрасывай. Пусть руки разводите, я знаю. Старый сумасшедший, говорят, чтобы здесь жить, и вправду нужно умом двинуться. Ага. Я тебя не знаю, так что говорить нам не о чем. Сделай то, что тебе поручил Бринель. Ахахаха, вышел на 30 минут, а он уже поднял донаты, а сложность в игре нет. Ебаная лысая женщина, тебе самому не стыдно быть попуском таким. Снорк, вонючка, каблуку, не мужчина, женская слабость, насрал ЖС. Молодец, Твич, вот, ты классный. Ты крутой, реально, ты просто супер, во. Тебе дай бог здоровья, родной, чтоб ты, как говорится, ну, понял. Ты, я тебе всего, как говорится, ну, добра, идиотина.
сын своей собственной матери, я это понимаю. Я просто буду стоять и наблюдать. Понимаешь? Мне похуй, я просто стою и все жду. Я просто жду стою. И чё, давай, как-то, ну, мне, ну давай, чё ты? Ну чё, и чё, ну дальше что? Ну да, молодец, ты сделал это, что дальше? Ты сделал пакость, что мне делать? Ну типа что, что ты хотел? Чтобы что? Я стою, все, ты уже все. Все. То, что ты кинул, все. Никакого ДМГ я не нанесено. Все, чувак. Просто минус 1000. Все. Ничего? Ну все, окей. Довольно. Нахуй. Значит, я вам так скажу, сука. Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться. Гордая спина согнется. Волосы посидеют, красивое лицо покроется морщинами. Только доброе сердце, как у меня, в прошлый потом раз говорил, солнцу, ты нас вырастил такими, будет нести тепло, не мы такие, понятно, жизнь блядь. Такая. Скотина, дети блядь. Всегда равняются на своих родителей, а мы равняемся на деда. Мы твоя ответственность, ты нас такими воспитал, Шо. Твоя мать. Как бы я мог тебя воспитать, если я твою маму ебал? Она была моя, моя девушка. Как? Да сделайте же что-нибудь! Как туда попасть? Вообще за залупа, блядь. Да, еще и пизды получил, сука. Ой, боже, сука. Дагмара активирует волки за 150 рублей. Пора, родной, пора. Извини, конечно, но это фэкт. Фэкт. А, шо? 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 А, шо, 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 а. Просто да. Я хочу пройти, ребята. Ну типа похуй, да? Уёбки, блядь, сесть вы нахуй. Я хочу пройти до миссию, мразь. Да хуй вас тут уёбал, пи***а. Понятно все. Просто пи***а. Меня жизнь связала с даунами. Блять. Такие мемесы я прям вообще полностью за. Сука, просто стоят хуйня ебаная в проходе. Я не могу пройти из-за этого, то что этот сын хуй ты мне вызвал сюда ботом. Просто быдло ебаное вызвало мне крипов ботов, чтоб персонаж не прошел. Я его мать ебал, и скелеты вот эти ебали его мать. Короче, там был такой трэш просто, я видел просто это все. Это на видеокамере снимали, были часть кассеты. Просто, видишь, не могу пройти. О! Ага! Просто пи***а. Я хуй знаю, что мне делать. Что делать? Никакой... Какой есть вариант действия? Да съебите отсюда, уйдите нахуй! Вот это кино. Я, Валера, поднял озвучку до 250, потому что вор – мое второе имя. И на этом я не остановлюсь. Я буду лошить вас на изи и скоро подниму донаты до 1000 и скуплю магазин Дмитрия. Надо будет, подниму, я спрашивать не буду, Ишака. У женщины спрашивают вопросы. Все, забили кролика. Рот закрой.
столько дохуя здесь, что я их не осилю. Мне нужен помощник. Твич-вяз активирует парализованный. Моли о пощаде, окунь, и тогда, может быть, я призову тебе союзников. Но не факт. Я подумаю. А ты пока откисай от скелетов, Додинг. Боже, ты как-то нежно играешь. Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Серебров, дебил! Боже, зачем ты делаешь кожу? Просто смотри, картины. Я не могу пробегать локацию, уебок, тупой. Чё ты, на моторке хотел прокатиться? Блять. Все, я застрял. Бля, ушла моторка. А, это я упал оттуда, куда надо было, оттуда из начального места. Помоги мне, дружище. Кого он бьет? Я хуй пойму просто и шаг. Затмора активирует волки за 150 рублей. А шо? 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 Идут, блядь. Отпускаю и в небо улетаю. Пришел и умер, все. О боже, сука. Затмора активирует волки за 150 рублей. Уебаны тупые. А шо? А шо? А шо? А шо? Ой, да, шо? Ой, тупая. Шо? А 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 шо? Есть нормальные адекватные зяблы. А шо? Скиньте, пожалуйста, положительный эффект на бессмертие. Шо? Пожалуйста. Шо? А? 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 Шо? Блять, уёбь, сука.
Вот это брат. 3-4-5-0-D. О, спасибо, друг. Идите на... Блять, стоять, сука, здесь. Не могу пройти, ты понимаешь? Просто не могу пройти за этой хуйней, которая тут стоит. Да, сука. Да дайте пройти, хуйня! Мразь на волке, сука, мать матери, я, блядь. А ты, парнишка, не робей. Дагмара активирует волки за 150 рублей. Боже, сука, какой... Ах, как блядь. Хочется немножко поиграть на многофрошке, пацаны. Пошел на... Шо, а, 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 шо. Вот это твой размерчик, женщина. Дыши со мной, отпуская ветра, я танцую под луной. Дыши со мной. Может быть, когда-нибудь увидимся с тобой. Дыши со мной, отпуская ветра, я танцую под луной. Дыши со мной. О, да. Я еще просто не понимаю, куда идти, здесь уебищная тупая навигация. Просто показывает направление, куда, какой этаж, что, блядь. Я хуй знает, я не понимаю, куда идти даже. Мне ноуклип нужен. Я ничего не пойму, ничего не вижу просто. Мы наблюдаем сейчас, как Снорк застрял в туннеле при проходе к великанам, где его ждут унижение и целование унитаза. Я просто замешкался, уже все, я не понимаю, что, все умер. А, шо? А, шо? Ну я не могу пройти. Шо? Понимаю, все. Я не могу пройти, они просто в проходах стоят, а я не могу пройти. Я не могу пройти, все, что делать? Что делать? Эти бляди меня просто заблокировали этими ебаными волками. Я не могу, мне надо вот эти проходы вот эти, а эти хуйня тут бегает, вот, все, я не могу пройти, я застрял. Вот куда идти сейчас, вот куда? Тут тупик, ебать. Там тоже, по-моему, тупик. Понимаешь, что эта хуйня бьет еще меня. Просто непонятная хуйня. Я не понимаю, что делать здесь. Нет у меня ни меча, ни булавы, ничего у меня нету. Я магией занимаюсь. Все, они опять не убьют, у меня маны нет. У человека маны нет. Пытаюсь пробежать. Проход закрыт, опять хуйня стоит. Все окей, тут прошли мы дальше. Идем сюда, в эту сторону. Тут тупик, в эту сторону, куда нам надо, типа... Здесь я бегу, здесь я пытаюсь понять, тут тупик. Ой, тут меня все блокируют, все, меня заблокировали, я опять не мог двигаться. Все. Пизда. Ебать. Фу, какая тупая игра. Просто еще этот сын матери, которая померла, сделал мне от этого маленького персонажа. Я хожу, нихуя не пойму. Все. Это обратно я пришел, откуда шел. Эрнанумес активирует парализовать существ за 350 рублей. Ебать. Эмока активирует смарт-пируэт за 75 рублей. Не в той комнате, пиздец, я раз вышел. О, господи. Пиздец.
Эрнес, можешь еще, пожалуйста? Я посылаю тебе этот аромат. Слежа быстро того говна! Вы только вдумайтесь, человеку 35 лет! А развитие как у малолетнего отпшника. Глад волокас любит в попу, глад волокас любит в попу. Кто? Не буксуй, пенчик. Я извиняюсь, конечно. Шо. Боже, вы кто-то там ебёт, или я не понимаю, что происходит. О. Что происходит? Я вообще не ебать. Просто где эти крипы ебать? Объясните, в чем прикол? В чем она такая медленная? Типа, что? Здорово, залупа! Шо с ебаном? Причина тряски при прохождении этой детской игры. Как дело у тебя, девушка? Не трясись. Меня бояться не надо. Я спокойно в чате посижу. Можешь не дрожать. Там у этого пидора ебаного волки, понял, в здании этот уебок за спавнил. Дагмар активирует волки за 150 рублей. Я извиняюсь, конечно, но... Ну, боже, блядь. Кто, где, блядь, его? Я не могу с ним в диалог вступить, меня, блядь, понял, залупа, она исчезает. Он, как будто его топует кто-то там. Просто он, блядь, он, походу, не бьет или что, я не знаю. Просто пизда, короче, сейву. Дагмара активирует волки за 150 рублей. Прошу прощения, девочка, но по факту, шо? Как туда пройти, я не понимаю. Через что? Сюда. Я жить хочу. Мне похуй, ты всего лишь женщина. Слишком легко. Чё, блядь? Дагмара активирует волки за 150 рублей. Концепция ясня. Девочка. Рот закрыл. А чё вы тут стоите? Шоки. Блядь, да откуда их тут столько? Откуда их столько здесь? Я не понимаю, да как это так возможно вообще? Кто эти люди полумертвые? Просто откуда их миллион здесь? Ну какой-то же пиздец. Thank you.
Да кто меня бьет? Флагман активирует волки за 150 рублей. Ты женщина? Шо? А? 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 Шо? Просто не могу пройти за этой хуйней, ебать, стоят просто в проходах и пройти не могу, понимаешь, блядь? Да кто меня бьет, ебать твою мать, бля? Просто ебать стоят. Ой, боже, да как ебать? Да я не понимаю, сука! Не пройти нихуя, бля. Просто ебаная текстура. Не могу, блядь, понимаешь, пройти сквозь них. Ну не могу и все, ебать. Этот уебан, который не помощник мой, типа Эсборн, хуй Эсборн. Ну вообще, я ебел. Эти за, блядь. Я все, хотел бы быть женщиной только ради того, чтобы быть простым. Загмара активирует волки за 150 рублей. Фарминг симулятор. Это то, что сейчас происходит. Фармит на BMW. А, шо? А, шо? А, шо? А. Просто, сука, ля, тут дыра пиздец. Это уебище застреет здесь. Просто, ля, вот все. О боже, блядь, я прошел.